Приветствую всех зрителей и подписчиков игрового канала Stitch, а мы с вами продолжаем проходить игру под названием The Lone Dark. Собственно, я вышел тут на улицу, нарубил немножко миска от оленя. Так, два куска, там было 1,5 килограмма. И сейчас нам нужно с вами 45 минут наколоть дров, чтобы можно было нам с вами без проблем развести костер и не замерзнуть. Так, не замерзнуть от холода, потому что тут реально. Так, ну вроде, смотри, восстанавливается, да? Так, давайте-ка еще ящик наломаем дров, как говорится. Главное, что холода нету. Так, надо затушить все это хозяйство. Так, древесина, древесина. Ничего не видно на самом деле. Все на свете, съел бы что-нибудь. Ну давай поедим. Посмотрим, что у нас есть. Надо выйти вот сюда, кстати. Чтобы не пользоваться нам сами светом. Жуткий голод. Окей. У нас с вами есть мясо волка приготовленное. 700 калорий. Так, сейчас он хочет, жуткая жажда, пить. В принципе, дровишек должно хватить. Жажда нет, есть еще голод. Так, ну давай мясо волка. 329 калорий. Почему-то как-то по-разному оно так различается. Легкая усталость, на самом деле смертельный холод. Опять почему-то начинает холодать. Собственно, давайте все еще осмотрим, потому что мне кажется, мы с вами не все осмотрели с этим волком, да, с ним боролись. Так, шкафы, шкафы. Газировка, отлично. Лыжная шапка канадская. Ткань просто прекрасно. Так, ну что, быстро шмон наводим. Так, еще одна шапка. Мы с вами две шапки, полезная штука. Так, знаете, что я хочу? Я хочу так, стой здесь. Так, почему она с вами начинает начинаем с вами замерзать, вы знаете. Так, есть мясо, голод. Но с вами опять голод. Давайте мясо волка съедим. 700 калорий, в принципе, это достаточно много. Так, сытость, жажды нет, смертельный холод. Так, легкая усталость. Легкая усталость, это в принципе ладно. Основная цель у нас с вами — это одежду сделать. У нас с вами обычные ботинки, у нас с вами есть прорезиненная обувь. Вот есть вот такие вот обычные ботинки, их можно разобрать на высушенную кожу. Это прикольно, кстати. Так, смотрим. Смертельный холод, скоро будет переохлаждение. Что еще? Так, есть шапка, 73%. Давайте-ка вот эту носить. В принципе, вот эту шапку 24%, ее можно разобрать. Я так понимаю, это на ткани у нас с вами пойдет все дело. Так, окей. Еще одна действие. Давайте отремонтируем. У нас набор с вами, в принципе, есть. Сколько займет времени, я не знаю, если честно. Так, у нас с вами выросли умения. Так, надо проверить. Сухость во рту, смертельный холод. Ну, кстати, он устал у нас с вами, но по крайней мере. Так, одну шапку мы с вами оставляем. Обычные ботинки. 15%. Нахрена не нужны? В принципе, у нас с вами есть прорезиненные. Есть вот такие обычные, да? Можно их разломать как вариант.
Так, смотрим. Смертельный холод. Так, устал, хочется пить. Так, ну, попей водички. Все, что я сделал, это я вышел на улицу и взял оленя. Такс. Когда... Перед тем, как начал снимать эту серию. Поэтому у меня еще есть немного мяса. Олень, он лежит прям в самом... У самого... Так скажем... Так, давайте-ка ботинки отремонтируем. С самого входа в эту ГЭС. Так, не удалось. Так, кальсоны. Так, ну, в принципе, он у нас... Чувак у нас с вами уже подустал, да, немножко? Так, давайте-ка еще все проверим тут. Вполне возможно, тут еще где-то что-то лежит, что я не нашел. Так, сейф. Собственно, тут ничего такого, как мне кажется, нету больше. Все надо тщательно обыскивать, потому что все может лежать в всяких маленьких закоулочках, которые мы, в принципе, можем с вами даже и не увидеть. Так, что у нас там сами? Так, окей, 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 окей. Пока потушим. Вообще, в идеале бы, конечно, бы ходить здесь. Так, вот это что такое? Смотри, спички, да? Кажется, еще что-то есть. По-любому, вот ящики я все проверил. Ладно, время терять больше не будем. В идеале бы, конечно, бы ходить бы вот так бы. То есть мы сами спускаемся. Так, поворачиваем. Так, я вот так буду ходить, кстати. Так, я, походу, уже заплутал. Так, окей. Тушим. Я тоже ни хрена не вижу так же, как и вы. Поэтому... Отлично. Сколько осталось времени, непонятно. Так, ну мы, кстати, с вами согреваемся. Больше, мне кажется, ничего тут сами не найти. Сами холод, да, начинается опять. Опять начинается холод. Так, окей, смотрим. Горючее. Кстати, последнее у нас с вами горючее. Угу. Поэтому, как мне кажется, это последнее у нас с вами. Так, древесина, вот. Так, навык разведения вырос. Так, древесина. Так, добавляем топливо. Так, температурка начинает подниматься. Так, 2 часа, 3 часа. Давайте потопим лед немножко. Вернее, снег. Не знаю, правильно, конечно, все это делаю или нет. Ее. Вполне возможно, что правильно. В идеале бы, конечно, бы найти бы нам бы с вами. Так, готовим оленину. В идеале бы нам найти с вами пуховик. Ну или не знаю, какую-нибудь куртку. Потому что, как я понял, здесь можно найти этот злосчастный пуховик, но где он? Пока непонятно. Так, час. Так, мы с вами устали, мы с вами голодны. Так, 800.
Оленина, кстати, калорийная достаточно пища. Так, мы с вами устали. Температура по ощущениям 15, температура воздуха 10. Бонус одежды. Так, устали, но давайте все-таки одежду посмотрим. Так, что у нас тут с вами? Древесина. Так, температурка поднимается, отлично. Смотрим, что у нас с вами есть. Так, две шапки, кальсоны. Так, ну эти, в принципе, у нас с вами правильно поставлены. Свитер, надо свитер чинить. Обязательно. Так, 64. Давайте еще починим. И надо спать ложиться. Так, не удалось. Ну ладно, окей. Потому что мы сами, скорее всего, устали. Давайте попьем и ложимся в баньки. Так, собственно, закрываем. Достаем с вами наш спальный мешок. И ложимся спать. Время отдыха 10 часов, я думаю. Будет самое то. Я надеюсь, мы с вами от холода не проснемся. Потому что можно от холода проснуться, это было. Так, окей. Смотрим, мы с вами голодные. Сами голодные, мы с вами холодные. Какие только мы сами еще не были. Так, ну вот есть мясо приготовленное. Есть еще вот такое мяско. По 150, но это лучше, чем ничего. Надо нам с вами еду где-то достать. Так, жуткая жажда. Попей водички. И нам нужно с вами куда-то отправляться. Я думаю, дальше. Так, 11. Так, собственно, как нам сушить с вами шкуры? Их как-то можно выкладывать, я понял. Собственно, где они у нас, эти шкуры? Которые можно раскладывать. Так, вот мы с вами. Свежая шкура. Шкура оленя. Так, ну вот один у нас там лежат, сохнут, да? Посушен 1%, смотрите. Так, мы все это, конечно, оставляем здесь. Шкура кролика бросить. Так, волчья шкура. Бросаем. Свежие кишки. Так, давайте посмотрим. Фонарь сожжено. Шкура просушена. Давайте кишки тоже бросим. Свежие причем. Кстати, смотрите, сколько мы с вами веса сразу освободили. Так, перо ворона. Так, ну это ничего не надо. Высушенная кожа. Для починки, да? В принципе, все, друзья. У нас с вами легкий голод. Поэтому мы с вами отправляемся на поиски еды и в идеале нам, конечно, нужно с вами, так, нам с вами вот сюда, да? Так, зажигаем, ладно, тут мы с вами ничего тут не увидим. Окей, керосина нету, ничего нету, поэтому печалька, печалька. Нужно куда-то двигаться, где мы сами сможем выжить. В идеале бы, конечно, бы вернуться бы к домику бы, к нашему бы, к тому самому первому. Ну ладно. Так, выходим.
Если я не ошибаюсь, но с вами есть один файер. Ага. Так, с 11 градусов. Ветер. 23 градуса. Блин, это очень холодно. Такую погоду это просто смерти подобно. Это все печально. Так, топлива практически не осталось, друзья. Спичка 48. Сколько хватит спички, я не знаю. Не хватит, мне кажется, не на так много, как хотелось бы. Ну хоть что там. Так, ну хоть что-то можно ею сделать. Так, давай. Пильник. Требуется ножовка. Так-то мы вроде бы сами все уже проверили, я не знаю тут. В принципе, тут ничего такого не осталось, как мне кажется. Полезного. Ой, на улице дует ветер, охеренный ветер. У нас с вами по большому-то счету есть вот 2 по 250, есть 3 по 150. Есть пачка чая, ну вот виноградный лимонад. Все, больше у нас с вами воды нету. Ой, больше у нас с вами еды нет никакой, абсолютно. Легкий голод, ну... Я не знаю, нужно что-то делать, куда-то идти. Я вот хотел сходить до тех бревен, которые у нас с вами были. Сколько градусов, кто мне скажет, а? На улице 20 градусов, представляете, куда идти в такую погоду? Кстати, у этого, как я понимаю... У него, наверное, мяса уже не осталось. Да, мяса у него не осталось. Так, тепло быстро у нас с вами исчезает. Буквально. Так, какие-то у нас с вами вырубки, что ли, я не понимаю. Так, прохладно, можно замерзнуть. Мне кажется, в принципе, с вами должны найти еду. Спрятаться бы вот за этими штуками, может быть. Так, волков, если на всякий случай возьмем с вами, от волков отбиваться. Я, если честно, хотел сходить... Так, на улице 20, прохладно. Я хотел сходить вон в ту сторону, где был знак. Где были бревна и где был знак. Так, потихонечку продвигаемся сами. Если будут волки, будет плохо. Вот в ту сторону я хотел сходить. Так, минус 10, смотрите. Может быть, буря стихнет. Так, тут какие-то у нас с вами, смотрите, вырубки. Но, видимо, они вот этот лес грузят у железной дороги и потом его переправляют. Так, оленя, вижу оленя. Если бы найти бы меска бы, было бы просто бы шикарно. Так, у нас с вами холодно.
Так, там олени ходят. Да. Так, ну собственно, пойдемте сами по дороге, может быть, куда-нибудь придем. Так, тут олень, тут, ну, тут какие-то вырубки, я просто уверен на 150%. Ветер минус 20 градусов, это очень холодно. Так, олень, олень, олень. Так, а там у нас с вами волк ходит, что ли? Так, и какие-то домики. Так, а может он нас с вами не заметит? Может нам получится забежать в эти дома? Как вы считаете? Так, давайте попробуем забежать все-таки в дома. Так, вроде все успокоилось. Так, я вижу. Так, лесозаготовительная стоянка. Отлично. Так, смотрим, что у нас тут с вами есть. Угу. Так, полка. Так, энергетический батончик. Шоколадный батончик, деревянные спички. Нам нужно с вами горючее. Подушка. Так, газировка. Давайте спичку зажгем. Так, все смотримся. Спички-то у нас пока сами, в принципе, же есть. Так, еще один контейнер. Наконец-то горючее. Так, смотрим. Смертельный холод, легкий голод. Давайте разберем, что ли. Такс. Холод. Нет, вьюга, конечно, бушует. Вьюга бушует, я не спорю. Так, еще одну спичку. Корм для собак. Прекрасно. Так, пластмассовый контейнер. Варежки. What have we here? Отлично, просто замечательно, ребят. Конечно, в идеале мы можем вернуться с вами. Сколько у нас с вами? 9 часов дневного времени. Так, варежки. Варежки, кстати, они лучше. Окей. Ничего такого больше нету. Может, что-то мне оставили, я просто не вижу. Так, стул. Ладно, давайте пошлите следующий домик. Я надеюсь, волка не будет. Старый спальный мешок. Нужен охотничий нож. Так, волк, 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 волк. Так, еще один. Три домика, смотрите, три домика. Заходим в этот домик. Смотрим, что здесь. Антисептик, отлично. Пуховик, отлично, вот он, ребят. Взяли сами пуховик. Сейчас его главное одеть. Я надеюсь, мы с вами по-быстренькому согреемся в этом, с этим пуховиком. Так, куда нам потом пойти с вами? Вот в чем вопрос. И вот это интересно. Тут что, разве ничего больше нету? Так, кстати, а в этом... В нем топливо есть или нет, в этом фонаре? Да, в нем, кстати, есть топливо, смотрите. Это прикольно. Так, топливо у нас с вами... Так скажем, на вес золота сейчас, поэтому все пока тут смотрим, что тут может быть еще. И перемещаемся в следующий. Так, вот смотрите.
Так, там, похоже, что-то есть. Так, газировка, что ли там? Я ни хрена не вижу, если честно. Так, нет. Ты там давай это не зажигай. Пока спички есть, я хочу спичками попользоваться. Так, голод у нас с вами, да? Голод, холод нету, есть сухость во рту. Так. Так, вяленая говядина. Просто прекрасно. О, господи, а. Мои нервы, наверное, этого не выдержат. Так, выходим, идем с вами в следующий дом. Так, это вот этот домик. Ленины бы какой-нибудь, знаете бы. Мы с вами этим займемся. Вполне возможно, что мы что-нибудь сами найдем. Так. Отлично. Что еще есть? Энергетический батончик. Газета. Так, ящик. Ладно, ящик разломаем. Так, травяной чай. Ну, просто прекрасно. Шерстяные носки. Так, вот. Это уже плюс большой. Шерстяные носки нам просто необходимы сейчас. Так, слушайте, а я тебе дома... Ой, тех проверял или нет ящики? Или там не было? Тут, наверное, один такой, он единственный. Так, в принципе. Ладно, батончик. И все, да? Так, смотрим, на сами голод. Холода нет. Так, что у нас с вами из еды есть? Корм. Пока стебельки кушаем. Я понимаю, что они мерзкие, но они съедобные. Так, смотрим. Легкий голод, усталость, сухость во рту. Сухость во рту она еще прибавляет. Так, ну сладкий-то вообще не рекомендуется, по идее, пить. Шоколадные орехи, смотрите. Кажется, с него можно травануться, если честно. Ну, попей воды. Не знаю, насколько она тебя восстановит. В идеале нам, конечно, надо газ возвращаться с вами. Так, прохладно. 8 часов еще у нас с вами есть. 8 часов, чтобы что-то найти. Так, этим, я думаю, мы с вами займемся в следующей серии. Так, а я сейчас выйду, чтобы сохраниться, и потом зайду обратно. И на этом все. Так, заходим. Слышу, где-то волки воют. Миска бы, конечно. Ну и нужно нам с вами какое-то теплое место. В идеале бы, конечно, бы нам с вами возвратиться в наш домик, где тепло, уютно, есть печка. Потому что в таких вот домиках это... Тут просто... Будет очень холодно. Хотя, смотрите, прохлада потихонечку уходит. Давайте, на этом все, товарищи. Поэтому подписывайтесь на канал, если вам нравится это прохождение. Поддержите меня. Оставляйте свои комментарии по поводу самого выживания, как что тут лучше сделать, может я что-то где-то пропустил и потом найду. Ну и ставьте пальцы вверх. Вам большое спасибо, с вами был Стич, всем пока.